подъезжаем к Янгулю. Получается, так, с детьми расположили. Это как раньше было устройство у нас. Устройство, стойбище на древнее время, да, получается, это чун, расположение. А ревенков, если посмотрите, именно мы, и ингринский, и таежный, и красноярский, узоры у нас были яркие. Ну, тут тоже он жизнью, да, получается, побитый. Красные краски преобладали, зеленые, синие цвета. Это вот почему так? Потому что что видели? Да? Цветы красные, потом это. Никогда не делали холодные цвета. Почему-то я вот удивляюсь, смотрю на оленёкские узоры, у них бело-голубой. И так зима 9 месяцев в году. Еще потом в костюмах вот этот наблюдать. Ну, это вот получается для перевозки продуктов. Такой же есть, только мягкий чемоданчик. Эти штуки, это и тесаки. Это и самострелы, это и ружья очень старые, получается, полностью с этим собраны. Пальмы, да, всевозможные, которые делались. Интересно, догадайтесь, для чего вот эта штука? Сок-сок? Это вот отдельно, вот это вот. Лук, на лук нож. Ух ты, обязательно, да? Обязательно. У всех должны быть ножи. Это детские ножи. Взрослые ножи сейчас на вес золота. Внутри у меня лежит в запасе. Я с детьми сражаюсь. Нам раздавали. Это старые, получается, бинокли, посуду кому-то когда-то привезли, рюмки, да, эти деревянные прямо сделанные полностью с графинчиков. И пошли. Вот это вот ножи. Это вот все полностью то, что принадлежало женщинам. Вот якутские ножи и венгийские ножи, разница есть или... Вообще, то есть тоже узоров не так много. Да, это вот как собирает. Снег. Да? Куски снега и узоров не так много было. Не украшали сильно, потому что мне приходилось работать, правильно, украшения из кости, из бисера и где-то из... Тут также камни, которые были найдены у нас рядом с Иенгрой. Ну и плюсом ко всему это 20 лет. Ну и вещи, которыми вы делали вот эти вот шкуры. Получается, это табу для того, чтобы содрать, да. Потом есть, тут не все, а нет, вот она есть. Еще одна штука, чтобы тоже сдирать. Бывает еще с зубчиками, да, это чтобы размять. Крокодила тут, к сожалению, нету. Крокодил, понимаете, да, это такая штука, да, с зубами сделанная, получается, чтобы мять. Вещи, получается, шкатулки для хранения всяких разных вещей. И получается, издревле так делали или современные? Издревле так делали. Это современные? Ну, это сейчас, конечно, современные. Смысл такой был, они делали издревле. Почему? Потому что сейчас вот ругаются наши... Когда все танцуют с бубнами, бабушки, дедушки, с бубном танцуют нельзя. Ну, слышали? Бубен. Это... Если северные гонят палкой, то у нас есть нёу. То есть длинная такая узда, сюда она вешается и подгоняют два оленя в упряжке. Ну и самое главное, чем мы хвастаемся, это вот мы собираем такие штуки, получается, от этого, от сёдик, да? Они имеют свои... Да? Раньше, как сказать-то, это крепление для сёдел, и каждый род делал свой рисунок. То есть вот есть такой рисунок, есть вот приближенный к якутскому, да, получается, дерево жизни. Матерь мозга. Это называется туркарук, мешочек для соли. Почему? Олени очень любят соль, то есть лакомство соль. И когда женщины собираются, мужчины, когда гонят оленей в стадо,
стоит посередине. Ну и то есть кричит заветные слова мот-мот-мот. Олени слышат, и то есть на вот именно мот, да, подзывают олени, берут соль, подсыпают, и получается. А это изображает, что олени же на слух бегут. И получается, что тут уже есть олени. То есть таким образом они обманывают. Ну, например, можно сказать, квартира. Это загон. Оленей тут хранили. Это хата. Приблизительно 18 квадратов она всегда происходила. Почему? Тут располагалась кухня, тут спальные места, получается, и тут кладовая была. Тут где-то на входе еще в зимнее время помывочная. Тазик ставился, сверху в тазике ребенка были. Получается, дальше у нас происходит это что? Хранят мясо, наверное. Кладовка. Кладовка. Не мясо лабаз. Хранят, да, лабаз получается, лабаз. Хранят еще здесь. Все продукты. Почему на ножках? Чтобы сыра от зверей. В первую очередь от зверей. Чтоб сыра не было, можно было просто подложить, получается, два бревна и на них вот так складывать. Угу. Да? Ну, то есть вот эти вот вещи так сложил на два бревна, и они стоят, сверху их накрасп, измудряются сделать что-то новое. Вот эти куклы мы с вами уже видели, да? Тут полностью мелкие самые вещи, которые растырскими, если знаете этого Джулстана, главу Хатастыра, да, или какой Балецкий, Наслег. Это вот он тоже их родственником является. Алена Львовна отсюда же выходит. Но Алена Львовна еще меняется с Нюрмаганами. Вот мой род, к примеру. Эмис. Я всегда люблю про него рассказывать. Почему? Потому что по бабке я Буллю, вот это мой род, а по дедушке я Эмис. Буллю – это мясные савенкийского языка. Ну, то есть много мяса у нас всегда было. А эмис – большие, толстые люди. Я говорю, значит, мы бедными не были никогда. Жили всегда хорошо. Ну, здесь опять же, да, описание всех родов, откуда пришли, куда пришли, сколько было нас. И, то есть, какие-то разные вещи. Душа, ну, сочинения детей сюда добавляются. Некоторые рассказы взрослых, которые здесь делаются, ну и пошли фотографии. Это моя бабка. Бабка, я всегда очень как бы восхищаюсь.